Единое пособие в Орловской области назначили 14 тысячам детей. Общая сумма выплат семьям уже перевалила цифру 130 миллионов рублей. Отмечу, что это пособие объединяет в себе выплаты по уходу, начисления на детей от 3 до 17 лет, а также на 1, 2, 3 и последующего ребенка. Принятие решения о назначении пособия, мы проводим комплексную оценку нуждаемости. То есть семья должна иметь средний душевой доход ниже прожиточного минимума в Орловской области. Должно соблюдаться правило нулевого дохода, и имущество должно соответствовать тем правилам, которые определены правительством Российской Федерации. Заявление на получение единого пособия можно подать в любое время. При этом предоставление каких-либо особых документов не требуется. Все нужные данные социальный фонд берет из других ведомств.